Алло. Это майор Кацапенко. Ваш сын героически погиб, как собака на Украине. Ой, простите, произошла ошибка. Ваш сын жив. Умер сын вашего соседа. Эй, Ванюха, ёп! Здесь спёрли хохлядский тортик. С днём рождения тебя, загадай желание. Эй, ну это, чтоб на Украине все эти фашисты и нацисты поздыхали. Ванёк, что ты наделал? Мамуль, мамулечка, слава, давай, слава, надо сваливать отсюда. Слава, героям, героям слава. Мама, слава, мама, что ты делаешь, мам? Слава Украине. Сваливаем, пока не поздно. Мам, зачем ты надела вышиванку? Мам, ну що ти робиш, мамо? Треба тікати звідси. Ну добре, добре. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Луцка. Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла. Здесь как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. Благодаря нашему волонтерскому движению мы купили 3 саперных лопатки и палку колбасы. Как вам такое, хохлы? Що ж, любі українці, ми придбали супутник. Ну і 3 байрактари на здачу. Зачем? Возьмем Киев за 3 дня. Как я и говорил, пески теперь наши. Что за пески? Не пески, а пески. Вот, вот, вот смотри, вот, вот здесь, вот, ну, вот, вот. А как же Киев за 3 дня? Пришлось сделать жест доброй воли. Что? Ну, такова тактика, мы бережем мирное население. То есть, мы стираем города с лица земли и уничтожаем десятки тысяч людей ради их спасения? Именно! Логично. А как же Херсон? Херсон навсегда с Россией. Похуярится все, что только можно. Прорвали первую линию обороны. Жив доброй воли. Жив доброй воли. Мой генерал, мы обосрались. Что? Как? Ах, твою мать, сынок! Быстро бейте по электростанции, чтоб хохлы не заметили. Лол. В общем, укры стреляли по Антоновскому мосту. Как вы видите, он цел, ни один снаряд не попал, все в полном порядке. И опять обстрел, но мост находится абсолютно в рабочем состоянии. Укры опять обстреляли Антоновский мост, но ни один снаряд не попал, они опять обосрались. Обосрались, как же? Сегодня ночью был сильный обстрел, но абсолютно все ракеты сбило наше ПВО. Мост в полном порядке и не получил никаких повреждений. Какого?
получил небольшие косметические повреждения, но сейчас придет ремонтная бригада и... Да когда ж ты, заткнешься? Ну и когда эта трансляция? Не сегодня. О! У нас огромная армия, ситуация идет по плану, потерь среди среди военных практически нет. Ха, я так и думал. Поэтому мы объявляем мобилизацию. Сброю. Так. Вы ведь поддерживаете нашего президента? Да, да. Мы ведь можем повторить и наказать Запад с Украиной? Да, покажем им, покажем! Отлично. Тогда вперед на фронт! Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга. Ребята, парни, мы с вами! Севастополь, город-герой, с вами! Конечно, поддерживаю. Ну, потому что я растила мужиков, а не... Извините за выражение. Лёва! Вперёд! Years later. Еще раз получить пи***ы, понять, что вы никчемные проигрываете войну, осознать, что воевать вы способны только с мирным населением, обстреливать мирные города крылатыми ракетами, радоваться разрушениям и гибели мирного населения, удивляться проклятиям в свой адрес, призывать использовать ядерное оружие. Поздравляю, ты у***й. Игорь Иванович, как хорошо, что вы с нами. Да, слышал, укры объявили на вас охоту. Хе, глупые. Они вас никогда не найдут. Тихо, тихо! Витаю вас, друзья. Стерненко, как всегда, опаздывайте. Итак, мы собрались здесь, чтобы назначить цену за военного преступника Игоря Гиркина. Ваши ставки, господа. Так, есть 10 тысяч, 20, 20 тысяч, 30, 40 тысяч, 100 тысяч, 150 тысяч. 150 тысяч. Раз, 150 тысяч. Два.
продана молодому человеку в конце зала. Вы все сделали, чтобы шахиды выглядели как русская разработка? Да, правда, есть небольшой дефект, который мы не смогли устранить. Какой? Ладно, я думаю, никто не заметит. Зато какой эффект! Еще месяц подобных терактов, и украинцы приползут на колени. Просить пощады. Вперед, сын, защищай родину! Мама? Яку ще родину, жінко, це українська земля. 8. Що? Лет. Ох ти ж, блядь. 8 лет дамбили бомбас, как вам не стыдно? Це ж ваш син, не робіть цього. Заткнись, фашист! Мама, мне страшно. Я растила мужика, а не тряпку. Горжусь. Будь ти проклята, Україна! Мой син! У меня же еще 2 сына есть. Мама? Мама? Возобновляет реализацию соглашения инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины. Наши военные – это великие герои. Это люди, которые сейчас делают все возможное, понимаете, чтобы сегодня мы спокойно ходили по нашим улицам, ходили в рестораны, ходили в кафе, радовались жизни. Многие сегодня не понимают, друзья, сегодня мы спасать должны сами себя. Это было очень сильно. Россия здесь навсегда, ведь так? Ну да. И только предатели бросят Херсон. Ведь так? Не переживай, пока ты жив, Херсон — это Россия. Хе-хе. Что? О мой бог! Он погиб как герой России! Да нет же, он погиб как святой! Я вообще-то еще жив! А как по мне, так он просто сдох. Хе, укры написали, чтобы мы покупали резиновые лодки и валили с правого берега Днепра, пока не поздно. Вот же лузеры, до сих пор не поняли, что мы здесь навсегда. На-все-гда. Товарищ министр обороны, оценив ситуацию, предлагаю занять оборону по левому берегу. Согласен с вами. Для нас жизнь российских военнослужащих всегда является приоритетом. Так, мальчики, соберитесь. Дубль 48. Пане президенте, ми звільнили Херсон. Нарешті. Але є погана новина. Вони його викрали. Ну що ж, тим гірше для них.
Бандеровцы! Фашисты! Сатанисты! Я не могу! Эй, ребята, зачем вы обзываетесь? Мы же все-таки братский народ. Братский народ. Вот вы и родили сына. Он рос, 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 рос. А потом бац, стал алкоголиком, спился. Ох, вам это надо, мне нет. Или вышел он такой на улицу погулять, и тут бац, его трамвай сбивает. Почему трамвай? Потому что нефиг гулять по путям, наркоман чертов. А вот еще, прикиньте, вырос у вас порядочный сын, получил хорошее образование, завел семью, родили вам внуков, и жил он долго и счастливо, пока не умер. Скука! Не переживайте, я сделал все, чтобы этот ужасный исход не постиг вашего сына. То ли дело отдать свою никчемную жизнь за меня, то есть за родину. Только представьте, идет он такой защищать свою землю на чужой земле, и тот, бах, героически подорвался на мине. Только мокрое пятно осталось, героическое мокрое пятно, несомненно. Вот это да, вот это я понимаю, не зря свою никчемную жизнь прожил. Или вот во время исполнения очень важного боевого задания, как прилетит снаряд, да как испепелит героически до румяной корочки. Ну блеск же! Можете не благодарить. И самое главное, всем мамам патриотический пакетик в подарок. Мы воюем не с вами, украинцы, а со всем блоком НАТО. Воу-воу, это не русская ракета, мы не хотим воевать с НАТО. Да, это 100% не русская ракета, мы не хотим конфликта с Россией. А может для начала хотя бы экспертизу проведем? Нет! Нет. И все равно мы воюем с НАТО. Останній раз питаю, що це за особа у вас в покоях? Я його бачу вперше. А ну подивіться уважніше. Оу, так це ж хлопчик з хору. Ось ви і спіймалися, знаєте, що на вас чекає? Що? Хотів би вас поблагодарити за Донбас. Ведь не приди туда Россия, Украина бы осталась обычной мирной державой. Ну, слава богу, вы пришли и развязали этот кровавый конфликт. Не зря мы боролись, не зря все мои друзья погибли, как и почти все мужское население Донбасса. Не зря я остался инвалидом на всю жизнь. Пожалуйста. Господи, спасибо вам за все. Ну, ты это, типа герой и все такое. Снято. Я вас истребляю, а вы благодарите. Это даже для меня перебор. Воинская смерть лучше всех смертей. Но вообще жизнь сильно переоценена.
Мне уже лучше. Мой генерал, мы получили пизды. Ах, сынок, укры могут попытаться уничтожить вас. Вот только они не знают наш секрет. Оу. Мы же... Великие? Непобедимые? Избранные? Да нет же, солдат. Мы за ценой не постоим. А? Все, попиздовали в бой во славу Пукина. Эта земля теперь наша. Ну что, коклы, убедились в том, что победа будет за нами? Правда, ребят? Ребят? Итак, вы признаетесь виновны в умышленном убийстве молодой женщины и прекрасной матери, а также десятка других жертв, и приговариваетесь к пожизненному заключению в колонии строгого режима. Папа? Ах ты, ублюдок! Гнить тебе в тюрьме до скончания веков! Россия! Самая великая... Божечки, Европа замерзает! Как хорошо, что я живу в России! А мы находимся на станции и встречаем наших героев, которые смогли вернуться живыми с Украины. Какого? Расскажите, какую задачу вы выполняли? Грабил, убивал и нахуйдывал. О мой бог, вы же пример для молодого поколения. И сейчас, когда вы отдали долг родине и обрели свободу, чем вы собираетесь заняться? Да есть небольшое дельце. Папа? Мой муж не выходил на связь больше месяца, с ним все в порядке? Нет. Он в безопасности? Нет. Как же так, он хотя бы в тепле? Нет. Сытый? Нет. Он хоть жив вообще? Нет. Как же так? Он умер как герой? Нет. А выплаты будут? Да. Правда? Нет. Ну хоть что-нибудь. Знаете что? Мелкого тоже заберите. Еще чуток потерпеть и заживем. Россия будет свободной! Ах, проклятые партизаны! Ну ничего, страна терпит, и я потерплю. Гойда! Пришел час трохи помалювати. О нет, только не это. Он опять рисует эти проклятые анимации. Быстро бейте из всего, что есть. Ёбаная русня. Ты выйдешь за мене? Ёбаная русня. Так, я згідна. Да. Чё? Ёбаная русня. Сынку, а ну скажи. Мама. Ёбаная русня.
Здравствуйте, в годовщину СВО мы проводим опрос, что вы скажете о ситуации? Да что тут говорить? Бомбить эту проклятую Украину с ракетами! Стирать к чертовой матери города с лица земли! Да. То есть, все то, что мы сделали с Мариуполем и... Молодой человек, что за глупости? Да это украинцы сами себя обстреливали. Да, мы стреляли исключительно по военным объектам. Поймите, все нам завидуют и хотят захватить. Ох, не трожь мои ресурсы, подлец! Ну хорошо, а как вы относитесь к самим украинцам? А что с ними? Пытать их надо, нахуй и убить! Истребить их всех к чертовой матери! То есть все то, что мы сделали в Буче и... Ну опять вы за свое. Буча — это постановка. Да, мы что, по-вашему, кровожадные звери, что ли? А что я? Я не жалуюсь. Мой отец ушел на СВО, погиб. Мой муж ушел на СВО, погиб. Мой брат погиб. Осталось дождаться сына и... И сделаю отличный супец. Моральный дух пушечного наших солдат сейчас очень на низком уровне. Полагаюсь на вас. Есть верховный говнокомандующий. Ну что, бойцы, как бы в бой, вперед. Ох, ладно, каждый раз одно и то же. Ух, не дадим разрушить наши традиционные ценности и духовные скрепы. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому, что я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. С прискорбием сообщаем вам, что ваш муж погиб. И в качестве небольшой компенсации держите пачку пельменей. О чем вы говорите? Пельмени за моего мужа? Вы что, шутите? Мой муж был просто незаменим. И стоил как минимум 2 пачки пельменей. Примите мои соболезнования. Но то, что от него осталось, поместилось только в 1 пачку. Что? Сына, остановись! Их сначала сварить надо. Мы русские, с нами Бог. Якого пиу, пиу. Боже, ну когда же эта война закончится? Коли ви звільните чужу територію. Что? Покиньте територію України і війна відразу закінчиться. В смысле? Просто з**біться к**ям на свої болота і війни не буде. Ну боже, почему ти говориш на українському? Ну тому що я не з вами. Эй, ты что, слепой? Здесь нельзя выгуливать собак. О мой бог. Ну не до вас нам зараз, прилітайте пізніше.
Звільніть Лавру, будь ласка. Ізиді! Що? Я кажу, звільніть Лавру. Та-та-та-та-та-та. Так, послухай. Пш-пш-пш-пш. Тихо, служба йде. Яка ще служба? Вимітайте звідси. Ви не знаєте, з ким зв'язались. Ви від карася? Це вам не допоможе. Ну все, ви догралися. 2 місяці домашнього арешту. Оу. Приветствую, друзья, на моем бомбическом мероприятии. Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. С Богом! Да, бля... Подарок? Мне? Эх, ну какая женщина-то, а? Просто отвал башки. Итак, посмотрим. Надеюсь, это не бомба. Ух ты, это же мой бюст, прям один в один. А похоже на хуй. Да нет же, мой золотой бюст. Золотой хуй. Простите, у меня есть 2 вопроса, но ответить вы успеете только на один. Не хочешь немного разлететься? Ты хотела сказать развлечься? Нет. Агент Люси, у меня для вас новое задание. Зрозуміло. Mm-hmm.